Окей, с сегодняшнем мы продолжаем проходить игру по названию Spider-Man 2 Video Game. Окей, погнали Проверить продолжать. у кассы. Да, у кассы, как если вы помните, в прошлой серии мы с вами остановились на том, что мы пошли с тетушкой мы в банк, походу, и банк взорвали немного, захватили. Так, лифт. Что было открыто? Ну что, поговорим по-мужски, клоун? По башке. По башке. Готово. Куда смотрит полиция? Совсем распустились. Да, думаю, вообще. Мне не следовало говорить резкости. Спасибо за помощь, Человек-паук. Да не за что, всегда рад Найди помочь. Найди одного из охранников. У них есть ключи, с помощью которых ты сможешь попасть в хранилище. Держу в курсе. Спасибо, паучок. Спасибо, паучок. Ты спас меня. Она тебе озвучка, да? А куда он умотал? Ну так, опускай руки. Спасибо, Человек-паук. А, типа монитор, видите? Боже, сделали скрин и просто вставили. Ну... Манать, вы поняли, да? Я просто по голове прошелся. Держите, и все. Гада! Он сдох. Спасибо, Человек-паук. Да не за что. Дукок направляется в подвал, но он сломал дверь, когда входил. Есть еще один путь в подвал, но он непростой. Давай, найди на втором этаже охранника, запертого в комнате охраны. Он тебе поможет. Возьми эту карточку и используй ее, чтобы попасть в комнату охраны. Оттуда ты сможешь открыть двери на втором этаже. Охранник заперт на втором этаже. Понял. Манатель, человек прыгает по головам. Просто жопа. Блять. Мимосный. Мимосная игра. Так, закрыто. Ага, зеленый паук. А, слышите звук? Это значит где-то ящик. Во. Давай. 7 штук нужно, все готово. И главное это повторить можно постоянно. Ну, блин, я не знаю смысла, потому что это в основном только походу из-за бонуса. У меня тоже есть для тебя кулаки. Человек-пук. Может, человек-паук? Сам ты человек-пук. Хорош. Все, руки опускайте. Спасибо, Человек-паук. Спасибо, Человек-паук. Могли бы взять несколько, не знаю. Вот что это такое за ли? Ассистентов, которые могли бы. Дверь заперта. Нужно найти охранника, у которого есть карточка от нее. Все? Так, двери выполнено. Задание. Спасибо, Человек-паук. Подожди. Как мне зайти внутрь туда? Кажись, никак, да? Дверь заперта. Нужно найти охранника, у которого есть карточка от нее. Ну, полетели тогда на второй этаж. Так, здесь у нас же ничего, да? Еще в подвал есть спуск. Ну, он дверь сломал, как он говорит. А ну-ка, хотя... Этому охраннику нужна моя помощь, а мне его. Сильным... Похоже, Окс сломал эту дверь. Ее не сдвинуть с места. Почему Окс? Почему Окс? Почему не доктор Осьминог? Почему Окс? Может, давайте просто сюда свалим? Тут как бы дверь открыта.
Ну да, конечно. Я же ведь Человек-паук. Так, где мы уже здесь были? А, мы здесь полностью уже были, все, значит. Побежали на второй этаж. Сейчас быстро все сделаем с вами. Ладно, давайте с той стороны начнем. В смысле? Готово. Топ. Библиотека, да? Library. Библиотека. Не нравится? Привыкай. На самом деле, вот эта желтая сила, это очень имбовая вещь. Против некоторых врагов. А ему посрать. Паутина на голове. Я буду дальше открывать сейф. Так, все, окей. Спасибо, паучок. Ты спас меня. Такая музыка спокойная. Ну что, тут нихера нету, хотите сказать? Да, опускай руки. Спасибо, Человек-паук. Второй еще индивидуум. Двери некоторые открываются, некоторые нет. Как мне туда попасть? Хотя бы они меня видят. И то радует. Ну давайте мы не будем взламывать, да? Что-то они плохо сделали. Искусственный интеллект именно в таком виде. Радио. Там преступники, я не могу к ним зайти, потому что, видите ли, двери закрыты. Не буду эти миссии выполнять. Готово. Двери опенс. Спасибо, паучок. Ты спас меня. А тебя кто в заложнике держит? Спасибо, Человек-паук. Не нравится? Привыкай. Походу, тебе это дело не нравится. Это центральная, да, у нас? Центральный проход. Заперто. Лифт закрыт. Здесь у нас фигня, окей. Здесь точно ничего нету? Нету, хорошо. Отлично. Спасибо, паучок. Ты спас меня. Нормально. Нормально. Так, что я открыл? Дверь сюда я открыл. Сейчас я разберусь с пауком. Спасибо, человек. Спасибо, Человек-паук. Вот это эти индивидуумы. На самом деле они так же, как и носорог, распутают лица. Они очень сильные. Есть ли короткий путь в подвал? Найди лифт на первом этаже и спускайся на нем в подвал. Тебе нужна эта карточка, чтобы попасть в лифт. А, все, можно отправляться. Считайте, карточка у нас уже в руках. Так, первый этаж. Полетели. Типа приехали, а даже анимации звука даже не было, то что мы куда спускаемся. Что у нас здесь? Минус. Главное звук что-то как. Ага. Ого. На самом деле я в этом месте первый раз.
Хоть я и проходил Человека-паука 2, когда был малым, я сюда даже не заходил никогда. Ничего себе. Держи! Но здесь какие места скрытные есть. Все? Спасибо, Человек-паук. Док Ок, хранилище ценных металлов. Док Ок. У меня нет карточки, которая открывает его. Она у моего напарника, который заперт в хранилище наличных. Найди карточку и попадешь туда. Ты мне карточку уже видал? Сейчас. Как вы видите, у нас еще есть скрытые такие двери. На самом деле это прикольно сделано, типа хочешь открыть, можешь и не открыть. Так, здесь мы все сделали. Хранилище, пойди здесь. Ага, все открылись хранилище. Тут ни хера. Ни хрена. Так, у меня только что этот помигал. И... Так, побежали. Пойди где-то здесь стоять. О, хранилище. Так, а где я помню... Я еще когда давно играл, где-то здесь был паучок. В каком-то из таких кабинетов. Но я что-то заметить не могу. Это лифт. Вот здесь, что ли, он был где-то прицеплен, паук. Эй. Окей. Держу в курсе. Здесь мы были. Здесь мы были. Здесь я был. Так, туда рано. Вот в таком месте где-то был паук. А, вот он. Говорю, что где-то видел, что что-то светилось. Ну, поехали. Не нравится? Вау, крысы. А вот теперь молись, щенок. С них большие хилки падают. Кто еще тут где-то враг? Все, готово. Спасибо. Док Ок в другом хранилище с драгоценными металлами. Эта карточка пропустит тебя туда. Док Ок. Почему не доктор Осьминог, а Док Ок? Я понимаю, что типа авторские права, но все же. Начнем. Эй, осторожно! Завались. Так, отлично. Зачем тебе бриллианты, док? Что бы ты на себя ни нацепил, все равно останешься уродом. Ух, битва с боссиком. Так, типа док Ок. Рост 6 фунтов, 1 дюйм, вес 245 фунтов. Настоящее имя Отто Октавиус. Род занятий. Физик-ядерщик с преступными наклонностями. Так, место рождения Шенигдади или Нью-Йорк. Так, семейное положение, вдовец. Образование, доктор наук, ядерная физика. Сила, каждый манипулирует, можно под... Так, тонны. Может поднимать 3 тонны. Так, сильные стороны, пользуются манипуляторами? Это ж клешни. Манипуляторами как... плетками или колючими оружиями. Так, швыряет тяжелыми предметами. Слабые стороны — это психически неравновешенный, может нести урон от электрической или химической атаки, а если оглушить — и от физической атаки. Предупреждаю, Человек-паук, не суй свой нос в мои дела.
Это нужно запоминать. Такой бред, на самом деле. Ну? Почему это не загорелось? Тан-тан-тан-тан-тан. Да, хп у него не очень. И все, он готов. Тогда я... Он мне не дает даже это. Блин, в прыжке я его уже убил, да и все. Там в прыжке где-то 5-6 атак я бы смог сделать. Драпаем отсюда! Давай, дамочка, прокатимся с нами. На помощь, Человек-паук. Придется оставить Ока на потом. Нельзя отдать им тетушку Мэй. Все. Вот конец миссии, типа он. Опять серые фургоны. Ок знает, как путешествовать со вкусом. Будем спасать. Бедная тетушка Мэй. Надеюсь, с ней все в порядке. Нужно ее спасти и... Хотя можно и дальше продолжить. Все, готово. И не стыдно вам, ребят. Эта милая дама может оказаться чьей-нибудь тетушкой. Так, хил, хил, хил. Почему туда убежал вообще? Хер куда убежал? Спасибо, Человек-паук. Ты уже дважды спас меня за сегодняшний день. Зря я, наверное, так плохо о тебе думала. Ты не видел моего племянника Питера? Не волнуйся, мэм. Я уверен, с ним все в порядке. Теперь через Человек-паука он проходит насквозь. Осторожней! Разлетались тут! Не толкайся! Врезаемся в нее, я не знаю, она бесит меня. Не толкайся! Вот представим, что там были бандиты, да, еще что-то. Все, мы туда попасть уже не можем. Все, гг. Так, вон, побежали? Может, еще что-то сейчас найдем? Конечно, я сомневаюсь в этом, но все же. Не заставляй меня самого подходить. Бандюган убит. Преступник заключенный Джек Хелл. Он осужден за пугание детей хэллоуинскими тыквами на слабо освещенных улицах. Ясно. Преступник заключенный Барри Рита осужден за фаршировку живых черепах мясом, сыром и овощами. Такие. О, лестница, нихера себе. Наверное, дохера денег потратили на эту механику. Так, куда я хотя бы бегу, во-первых? Может, мне или кто-то это объяснить, сказать. Где-то туда. Голуби. Еще один переулок. Побежали. Переулки чекать. Так, здесь у нас нифига. Так, синяя миссия. Обычный город. Вот, короче, улучшение у нас. Полета. Это нужно максимум выжить. С прыжка. Короче, мне нужно на ту сторону, а ну-ка. Смогу я на самый верх забраться? Да, смог, нихера себе.
И куда могу так дойти далеко? Мы не зацепились. Так, другой город. Давайте тогда продолжим в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.